Друзья, мы в Национальном музее искусства и фотографии на Мосфильме. И история композитора, поэтессы и музыканта графини Татьяны Толстой, автора романса «О, позабудь былое увлечение», вполне достойна стать основой для серьезного большого фильма. Мне было интересно, что история моей семьи как-то территориально пересекалась с историей графини. Мой прадед, священник, служил в селе Малые Алабухи. Там родился и мой дед, и мой отец. И они много мне рассказывали и об этих местах, и о своей жизни. И никогда о самых страшных страницах, связанных с историей вот этого уголка России, Тамбовской губернии. Это была не только история моей семьи, еще многих семей. И Татьяна Толстая нашла свое последнее прибежище именно там, на Тамбовщине. Это удивительная женщина, та, которую звали матерью цыганского романса, графиня Татьяна Толстая. Я тебе ничего не скажу. Я тебя не встревожу ничуть. И о том, что я молча твержу, не решусь ни за что на. Вот у меня на карте село Малые Алабухи, и посмотрите, совсем недалеко Сукмановка и Бурнак, имение Татьяны Толстой. Долгое время я никак не могла уследить за целой цепочкой замечательных дворянских фамилий, которые носила наша героиня. По рождению она была Шиловская, потом стала Котляревской и, наконец, Толстой. Ее история – это имена не только семей ее родных, но это и удивительные имена ее окружения, тех людей, которые бывали в ее домах, в домах ее родственников. Ну вот начнем с деда. Дед Степан Шиловский – богатый тамбовский помещик, обожавший свою жену Марию Васильевну Вердеревскую. Она тоже имеет связи с Тамбовской губернией. Ее ближайший родственник был губернатором в Тамбовской губернии. Мария Васильевна Вердеревская – творческая личность. Она была изумительной певицей, прекрасной актрисой и сумела объединить вокруг себя лучшие творческие имена России. В ее салоне бывали Глинка, Доргомышский, братья Рубинштейн. Позже появились и композитор Серов, и Чехов, и Тургенев, и Петр Ильич Чайковский. Петр Ильич был частым гостем в салоне Марии Васильевны Вердеревской. Он дружил с ее вторым мужем Владимиром Петровичем Бегичевым, который был директором императорских театров и драматургом, и создал для Петра Ильича по его просьбе либретто «Лебединого озера». Дети этой пары, Владимир и Константин, тоже были музыкантами. Владимир по просьбе Петра Ильича написал оркестровое вступление ко второму действию оперы Чайковского «Опричник», а Константин, о нем нужно особо сказать, Константин стал автором либретто Евгения Онегина. Причем просил Чайковского об этом никому не говорить. Или опубликовать его либретто под буквами КСШ. Удивительный был человек. Чрезвычайно талантлив и абсолютно неуправляем. То он решал, что он должен заниматься алхимией, то он занимался Древним Египтом, то
Татарой, Русью и ходил по своей усадьбе в боярском костюме. То он пел блистательно, играл на гитаре и сочинял романсы. Причем, как композитор, он был популярен. Его романс «Тигренок» пела вся Россия, тиражи были огромными, гонорары баснословными, и Константин Степанович потрунивал над Чайковским, у которого и тиражи, и гонорары были гораздо меньше. Ты услышь мое моление и гитары тихий звон. Выйди на дно, гнозини, мой тигренок на балкон. Этот взбалмошный, талантливый Константин Степанович Шиловский женился на княгине Эмеретинской, и у этой пары родилось трое детей – Александр, Владимир и наша героиня Татьяна. Дети были тоже очень музыкальны. Первым проявил свой композиторский талант Александр, и его романс «Ночные цветы» стал очень популярным. Белые, бледные, нежно душистые, шепчут ночные цветы. С лаской волшебной луна серебристая шлет им привет с высоты. А Татьяна начала свой композиторский путь уже тогда, когда стала носить фамилию Котляревская. Она вышла замуж за Петра Михайловича Котляревского, лейб-гусара. Он служил под началом великого князя Николая Николаевича. А Николай Николаевич – фигура известная. Он увлекался псовой охотой и собаководством. И молодые Котляревские, Пепа и Тюля, также стали заниматься охотой и собаководством. Мне очень нравится этот дворянский обычай называть уменьшительными, ласкательными именами всех членов семьи. В этом есть какая-то симпатия, дружба, поддержка. И Петра Михайловича и дома, и в полку все звали только Пепой. Ну, а Татьяна Константиновна стала навеки Тюлей. Где же ты? Отзовись, но призыв
Пеппа и Тюля жили дружно, но, тем не менее, брак продлился недолго. Они разошлись полюбовно, и каждый нашел новую свою половину. Тюля вышла замуж за графа Николая Толстого, который был на 5 лет моложе ее. И только полгода с небольшим они прожили вместе, а затем трагическая случайность на даче, когда вся семья после вечеринки заснула. Никто не заметил, как начался пожар. Все выбежали на улицу, и вдруг Николай крикнул брату Толстой, крикнул: «Вовка, там же остались казенные деньги». Они оба бросились в горящую дачу и погибли. Татьяна Константиновна, наша Тюля, осталась одна и переехала в небольшую квартирку в Настасьинском переулке. Этот переулок совсем-совсем рядом с Пушкинской площадью, несколько шагов. Все вспоминают, что графиня вела абсолютно безалаберный, богемный образ жизни. У нее без конца гостили, навещали ее охотники, ее друзья, цыгане и стрельни в огромном количестве. Приходили поинтересоваться новыми романсами, приходили послушать саму Татьяну Константиновну, послушать ее подругу Варю Панину. Они пели по очереди, никогда друг друга не перебивая. И если запевала Татьяна, то Варя Панина ждала своей очереди, но уж если пела Варя, то Татьяна Константиновна слушала с огромным вниманием. Сердце наполнилось каким-то мнением, помни, счастья, я утопия. Помню, совесть, я песни веселая, нет, я родить, полонесленная, очень лазурная в ученике белая, волки львы. Татьяна Константиновна обожала цыган. Они называли ее своей цыганской матерью. Она их кормила дома вкусными обедами, она их крестила, женила, принимала роды буквально. И, конечно, одаривала их своими романсами. Без гитары ее никто не видел. Она чудесно играла на гитаре. И романсы сыпались один за другим. Как проходили эти вечера в доме
у Татьяны Константиновны. Уже с половины ужина она отставляла в сторону рюмку с кроновской мадерой. Единственным вином, которое она пила, она брала в руки гитару и начинала петь. И все, кто слушали ее, на лицах у них было блаженство. Философ Лопатин одобрительно кивал головой. Историк Ключевский, он выражал такое счастье всем своим обликом. А актер Иван Михайлович Москвин говорил: нет, это божественно, это великолепно, это настоящее. Как выглядела Татьяна Константиновна? Дородная, высокая, такая пышная довольно, благородное, спокойное лицо. Ее очень хорошо описал Александр Николаевич Вертинский, который вместе с ней работал на санитарном поезде. Это был 1914 год. И он оставил очень точные и такие интересные воспоминания о их совместной деятельности. С нами ездила в качестве старшей сестры графиня Толстая Татьяна Константиновна. Это была очаровательнейшая, седая уже, добрая и благородная барыня. Вся Москва пела тогда ее романс «Баюшки-баю». Раненые лежали, как попало, на носилках, и без стонали, плакали, бредили. В глазах у меня бешено вертелись какие-то сине-красные круги. Я шатался, как пьяный, мало что соображая, и вдруг почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. «Спойте мне что-нибудь», – попросил раненый. Словно во сне я опустился на край носилок и стал петь колыбельную Толстой. Единственное, что смог вспомнить в этот миг. Утром мои товарищи с трудом разыскали меня в груди человеческих тел. Я спал, положив голову на грудь мертвого солдата. Октябрьский переворот. И графиня Толстая уезжает к себе в имение Бурнак на Тамбовщину. Рядом с Сукмановкой это имение расположено. Маленький садик, маленький домик. Но она мечтает, что она сейчас там отдохнет от всего того, что ей пришлось пережить. И не знает, что она попадает в самую гущу страшных событий. Это крестьянская война, которую ведут на Тамбовщине, и который руководит бывший эсер Александр Антонов, милиционер. Звание полицейских уже отменено сразу после 17-го года, и он теперь не полицейский, а милиционер. Основной причиной крестьянской войны стала продразверстка, изъятие излишков хлеба и продовольствия у крестьян. У них нет излишков, у них забирают то, что есть, все, что осталось. И начинается такая жестокость, такой беспредел. Причем свирепствуют как антоновцы, так и большевики, кто больше. И среди этого наша графиня Татьяна Константиновна, Тюля. Большевики издают приказ за несдачу оружия, расстрел на месте. Когда входит в дом к Татьяне Константиновне Толстой, и когда спрашивают, оружие имеется, она, как всегда, безалаберная, где у нее что лежит, она не помнит и не знает. Она говорит: нет, оружия нет, пожалуйста, ищите. Начинается обыск, находят старый незаряженный браунинг, который когда-то подарил ей ее второй муж Николай Толстой. Обыск идет дальше, и забирают вот этот браунинг, и забирают 18 тысяч рублей, которые есть у нашей графини, на все про все. Дальше жить-то надо. Но она арестована, ее забирают. И далее одна из ее подруг, графиня Сиверс, так пишет, что когда к ней пришли с обыском, когда нашли этот злополучный браунинг, то ее не стали расстреливать на месте,
а попросили спеть. И она пела до утра. А утром уже увидели, как телега, наполненная трупами, движется по селу, и по руке, свесившейся с телеги, узнали графиню Толстую. Но это неправда, это беллетристика. На самом деле было проще, жестче и точнее. Ее взяли под арест, ее и еще четверых. И этих пятерых 25 сентября 1921 года повели на площадь перед церковью. Они стояли там 2 часа. И на все увещевания, на все угрозы, на все крики графиня сохраняла ледяное молчание. Кто были рядом с ней, я прочту вам приказ, вот этот самый роковой приказ. Взятый в заложники по Сукмановской волости как антисоветский элемент в количестве 5 человек. Толстая Татьяна Константиновна, графиня. Шаталов Яков Иванович, шпион и укрыватель бандитов. Щербаков Тимофей Михайлович, главарь в поломке железнодорожной линии. Калягин Василий Степанович, бывший заводчик, эксплуататор. Алтухов Кондратий Иванович, негодный элемент. Комиссия постановила вышеуказанных лиц в количестве 5 человек публично расстрелять ввиду несдачи оружия. Заложники были расстреляны выстрелами в затылок с расстояния 5 шагов. Один чудом выжил. Произошла осечка, он упал, и никто не заметил, что он жив. Он потом в подробностях рассказывал об этой сцене у церкви Сукмановской и о том, что графиню Толстую, в связи с тем, что у нее не было родственников, в селе Сукмановка и Бурнак, и некому было ее хоронить, ее свезли вместе с другими заложниками во враг и там сожгли. Так закончился земной путь царицы романса Татьяны Константиновны Толстой. Как поется в ее романсе, всему конец, прошедшее разбито. Огонь потух и не дает тепла. Забудь былым увлечения, уйди, не верь обману красоты, не разжигай заслужившие мучения, не воскрешай минуты. Всему конец, прошу.